Сегодня приготовили вот такой красивый бюджетный салатик из зеленого консервированного горошка, томатной пасты и маринованного лука. Готовится очень быстро. Отдельно нарезаю полукольцами лук, мариную его, залив кипятком, добавляю туда соль, сахар по вкусу и уксус. Через некоторое время, когда промаринуется, воду сливаю, лук отжимаю и добавляю к консервированному горошку. Туда добавляю 2-3 столовые ложки томатной пасты и 2-3 столовые ложки подсолнечного масла. Еще немного по вкусу соль и сахар. Получается вот такой вкусный, хороший салатик. Нам очень понравился. Он правда очень вкусный, яркий и красивый.